Спектакль студии сценического искусства Чебоксарского лицея номер 4 «Наброски судьбы» – финалист окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Его итоги подведут на этой неделе. Голосование начнется 29 ноября. А на днях юные артисты принимали гостей – воспитанников Кугейской школы-интерната. Для ребят организовали спецпоказ. Общество бьет тревогу. В соцсетях растут группы смерти и насаждается криминальная субкультура. Спектакль «Наброски судьбы» – это поучительная история о том, как подросткам обезопасить себя в глобальной сети. Этот спектакль учит многому, что в интернете можно встречаться с кем попало, но интернет может наврать себе и может тебя завести в такую... угрозу, что ты оттуда не сможешь выйти. И я бы посоветовал всем посмотреть этот спектакль. На сцене еще только начинающие актеры, но их игра настолько пронзительна, что доходит до самого сердца. Есть такой момент, когда я рассказываю монолог. Зрители были настолько поражены, они смотрели и не отрывались. Меня это очень поразило. И когда у нас закончился спектакль, девушка одна подошла и сказала, что она даже плакала. Меня это очень тронуло. На сцене почти реальные истории, как напоминание, что судьба у всех одна, что одно неверное решение может перечеркнуть всю жизнь. Рифат Фаткулин, Маргарита Мельникова, Семен Антонов, Республика.